В Казахстане планируют продлить мораторий на вырубку саксаула. Об этом сегодня сообщили в Минсельхозе. Сейчас запрет на заготовку ценного дерева действует до конца 2018 года. По истечению срока будут проведены специальные проверки. Тогда станет ясно, нужно ли защищать редкое растение дальше. Отчитались в ведомстве и о ситуации в области всего лесного хозяйства. Так, принятый в 2004 году запрет на экспорт круглого леса и отказ от санитарной вырубки в хвойных лесах способствовал увеличению в стране площади зеленых насаждений. Данные меры позволили сократить объем незаконных рубок леса с 16 тысяч кубометров в 2015 году до 150 кубометров в текущем. За последние 10 лет площадь ежегодных посадок леса увеличилась с 37 тысяч гектаров в 2016 году до 56 тысяч гектаров в прошлом году. В целом за эти годы покрытая лесом площадь увеличилась на 600 тысяч гектаров. Рассказали в ведомстве о положении казахстанской фауны. После крупного падежа сайгака в 2015 году стараниями специалистов удалось увеличить поголовье со 108 до 152 тысяч особей. Принятие новых законодательных ограничений для любителей поохотиться и усиление борьбы с браконьерством привело к росту популяции других краснокнижных животных и птиц. А вот в рыбном хозяйстве дела идут чуть хуже. Из-за неконтролируемой ловли рыбы в водоемах становится меньше. Объемы изъятия рыб не компенсируются объемами зарыбления. Так, если, например, в 2016 году объем вылова составил свыше 44 тысяч тонн, то в то же время количество выпущенной молоди составило 277,5 миллионов штук. Если при выживаемости молодых рыб в среднем 5%, и восполнение составит порядка 27 тысяч тонн или 60% от общего выловленного. То есть, получается, у нас идет снижение. Тем временем...